Так, ребят, всем привет. Интересно, так сказать, замечание хотел вам показать. Вот новостройка. Идет ремонт. Еще потолок не сделан, здесь уже все сделано. Вот мы зашли. У нас небольшая комната, такое окно клевое. С пола прям все дела. Идем дальше. Кухонька такая. С двумя окнами. Так, все нормально, так. Такая классная. Смотрите, тут балкон, тут еще окно на эту сторону, да? Не у многих, да, такая планировочка кухни. Там. Коттеджи строятся за окнами. В общем, ребят, что хотел показать. Там вот поле, там частный сектор какой-то виднеется вдалеке. Там тоже частный сектор. Тут вот дорога, как мы подъезжаем к коттеджу. Там тоже эти самые стоят. Таунхаусы. Дело немножко не в этом. Если вот так вот посмотреть в окно, то вроде бы все прикольно тогда. Рассвет, закат, укроп растет, вон он там. Ну этот как он, борщевик. Участки продаются, газ, балкончик сам, вот он тут у нас. Смотрите, как здорово. Там леса, с той стороны утепляют еще стену. Можно пойти посмотреть в другую комнату. Так вот, с большой комнаты выглядит все это. Вот там наш балкон. Вон там он, где я до этого был. Но самый прикол, да, как это назвать, заключается не в этом, а в том, что жильцы, это у нас третий этаж, мы сейчас на третьем этаже находимся. Самый прикол в том, что жильцы этого дома считают нормальным делать вот такую вот фигню. Выбрасывать стройматериал из окон, ну ненужный, отходы точнее, не стройматериал, а отходы. Смотрите, какое зрелище клевое. Мы сейчас пойдем на балкон, выйдем там пообширнее, так сказать. Размах действия. Пойдем посмотрим. Выходим на балкон. Вид, конечно, клевый. Вот он наш дом. Здесь идет утепление какое-то недоделанное. Смотрите, какой вид, да? Вид вдаль красивый, а вид вниз ужасный. Видите? Это стройматериалы типа вот этого. То, что осталось не в удел, это сломанные пеноблоки. Вон они лежат. Это ламинат. Очень много ламината. Это пластиковые трубы. Это баллончики из-под пены. Вон они. Баллончик из-под пены. Вон утеплитель оранжевый. Мешки из-под цемента. Цемента. Ведра черные строительные, которые в Леруа продаются. Утеплители, опять же. Там кто-то что-то жег. Похоже. Похоже, добывали медь. И так вот это все валяется под окнами. Не разговаривал с некоторыми жильцами этого дома. А, кстати, там вот еще валяются коньки, вон они валяются. Их оторвало вот оттуда. Вот. И вот там вот еще оторванные. Материал крыши. Вот так вот и живем, ребят. Все под окнами бросаем. По лету все травой зарастет, и ничего видно не будет. Атас.